Самое важное – это армянское сердце. Самое важное – это то, что каждый армянин чувствует в себе ответственность за великую историю и принадлежность к великому народу. Поэтому, когда ты встречаешь армянина, и он твой друг, ты знаешь то, что каждый армянин, живущий на этой земле, тоже частичка тебя и частичка этой великой дружбы. В моей жизни я видел множество поступков, которые наполняли мое чувство, мое сердце чувством гордости, и у меня выступали слезы. Мои друзья приходили мне на помощь, когда мне было тяжело, и в радости они были рядом. Я всегда знал, что есть телефон, по которому я могу позвонить. И есть люди, которые появятся, не спрашивая, что случилось, а просто потому, что они должны быть рядом. Это настоящие друзья. Это армяне.